Отопительный сезон начинается, когда средняя суточная температура воздуха составляет 8 градусов и ниже в течение 5 суток. Решение о начале отопительного сезона принимается органами местного самоуправления. На сегодняшний день такого решения нет. Значит, мы, как теплоснабжающая организация, разрешаем подключение социальных объектов по заявкам организаций при следующих условиях. Это готовность объекта к отопительному периоду, отсутствие задолженности и наличие прибора учета тепловой энергии. Что касается жилого фонда, в связи с тем, что отопительный сезон еще официально не начался, то мы даем разрешение на подключение только в тех домах, которые готовы к отопительному сезону, это с технической точки зрения, у которых обязательно есть узлы учета тепловой энергии и заявление от жителей дома, то есть от уполномоченного представителя жильцов. Заявления эти могут быть поданы и в управляющую компанию, и к нам.